окунек. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу, но килограмм в нем это даже к бабке не ходи. Чуть. Пластик. Один тройник отцепили. Тут у нее шансов. Я поймал буквально за час. Щучки, окуньки. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Итак, всем привет. С вами снова канал Рыбалка в Хакасии. Опять все Хакасия. Далеко не пошли от берега. Практически тут метров 100-150 может. Сели с Сергеем. Серега вот рядом, палатка сидит. И я тоже так же палатку сейчас поставил. Сейчас еще ничего не начинал. Сыпанул, карманул. Лунку проверял, рыба там есть. Че ходить далеко? Метра три глубина. Прям мне нравится. Сейчас мормышечку на дно и потихонечку чай попьем и будем рыбачить, короче. В прошлый раз набегались за 9 земель. Ну, поймали, как бы. Ну, что бегать? Вот она рыба. Корми, лови. Все, как бы ничего там такого. Так что погнали рыбачить. Заходим в избушку. Располагаемся тут. Как обычно, у меня столик, чемоданчик. Луночку сегодня лещевую пробурил. Побольше. Ну, на случай, вдруг лещ будет там, подойдет или там дорога будет, как бы, чтобы сильно не заморачиваться. Вот так, сейчас. Начнем, короче, потихоньку. Там как пойдет. На улице прохладненько. Что-то там градусов 25 утра было, наверное. Вот. Ну, палатку залез, тут надышал, пока шевелился уже. Согрелся тут. Ну вот так. Как-то. Сейчас. Молоточек. Черпачок обстучу. Я отмерз, пока на улице был. Это плохо. Плохо лунку чистить. Он подмерз. Но... Течение есть, конечно, тянет. Прямо под край лунки тянет. Ну, посмотрим. Ну, поклевка. Рыба есть. Кто-то клюнул. За мотыля дернул кто-то. Так, подмотать еще надо. Поехали. Опа! Опять поклевон был. Никого. Луночка подстывает. Луночка подстывает. Шугой затягивается. Будет мешать мормышке работать. Опа, опа. Что-то небольшой кто-то. Надеюсь, не это не ёрш. Ну ладно, окунь пойдет. Мотыля нету, понятно. Мотыли уже сожрали. Вот и первый окунек. Так, вот сегодня я взял наконец-то тряпочку. О, а то все руки в колготки вытирал тут.
Поехали. За орехами. Тоненькая лесочка, легонькая мормышечка. Это как всегда будет работать. Сейчас расшевелим это дело. Можно тележелее, можно мышку поставить там. Сейчас попробую, как пойдет. Надоест мучиться. Ставим потяжелее, чтобы быстрее тонуло. Опа, вот побольше. Покрупнее кто-то идет. О, хороший кунек уже. Ну как хороший, нормальный. Наш размер видовой. Пошел. Вот. Шел никто. Пошел, братан. Так вот. Давай. Отлично. Вот так потихонечку будем веселиться тут, куролесить. Что-нибудь нащипаем. Сегодня так, как сказать, выходной. Ну, рыбалка такая, соответственно, выходная. Разминочка, но тут просто как бы отдохнуть вроде как. Праздничный день, 2 января. 2022 года. О. Первый раз сказал 22 года. Интересно звучит. Тевок сильно нежный. Непонятно. О! Вот что-то посерьезнее. О. Я как-то дергался просто, наверное. По-другому. Показалось, что как серьезнее рыба. Обычно такой же. Среднемелкий. На закуску пойдет. К пиву. К пиву все пойдет. Кто такой? Ты кто такой? Че, доесть-то не можешь? Хитрожопу за мотыля дергаешь, что ли? Несколько поклевок подряд. И вот опять и пустые. Ты че, блин? Мать твою за ногу-то, а? О! Точно червячка там. Сейчас мотыля сдернут, и все, и до свидания будет. Главное, что клюет, хотя бы так. Сам процесс не до жиру. Может, что-то еще подойдет. Сейчас посидим, мы еще карманем. О. На котлеты пойдут. О, куда, точно. На котлеты пойдут. Мелочи-то. Есть контакт. Есть контакт.
такой огромный. Ну, опускать не буду, потому что отпустишь, спугнешь под лункой рыбу. А как бешеный ломанется, сейчас бежать там орать начнет. Бойтесь все. Поэтому пускай. Ну, с тряпочкой-то куда удобнее. Штаны не марать. Ля-ля-ля-ля. Буль-буль-буль. 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 Ну, булькал маленько. С Новым годом. С новым счастьем. Промазал. О, не промазал. Нормальный такой идет. А, балбес. Агрессивный просто, ненормальный. Вот. Просто агрессивный. Так, 3 метра. Отмотал. Ага. Опаньки. Сейчас карманем. Мормыша. Мормыша вот, мормышилочку сыпанул. Вот, сейчас. Это дело на донышко бахнем, а потом еще сухариков бахнем и будем дальше рыбачить. Вот. На дно, чтобы рассыпать, маленько поднять и открыть. Ах ты! Скотина. Ты чё, блядь? Вот. И сухариков также. Мормышилочку сейчас одну насыпем. Вот. Сухарики просыпаются мимо. Вот. А запах-то стоит. Вообще огонь. Аромат какой. Чик. И поехали. Сухарики.
дно, приподнял и так раз, рассеял и смотал. Опа-на. Кто-то подшевелил тут. О, думал Серега. Ха-ха. Это пацан пришел. Матроскин. Молодец, Матроскин. Так держать. Опа-на. Еще один. Неплохо так. О! Вот этот самый, наверное, сегодня большой, можно сказать. Вот открой, молодец. Вот. Ну так, то если что, глядишь, может потихоньку и накидаем что-нибудь, да? Но, может, что и накидаем. Выдразнил кого-то. Побольше вроде как идет. О! О! Вот это нормальный пацан уже. Вот это уже нормальный пацан. В моих руках, конечно, все кажется маленькое, но это уже хороший такой окушарик. Красивый. Притормозил и вот он, пожалуйста, окушок. Опа! Пошла родная. Родимая. Давай, давай. Давай, давай. Молодец. Так глядишь, потихонечку и нацарапаем что-нибудь. Главное, что она есть. Что она пошла за мормышкой. Вот она. Вот. Хороший кто-то идет. Хороший кто-то идет. Вот он, нормальный пацан. Вот он, нормальный пацан. Рот открой. Вот эта мормышка называется водяной ослик. Вот такая вот она. Тихо, тихо, сынок. Рот открой. Сюда дай. Еще один хороший парняга. Нормальный такой. Вот. На пучок. Мотыля. Ля-ля-ля. Тра-ля-ля. Так вот. Пробовать надо, что сидеть-то гадать. Да, не да, будет, не будет. Попробовал, узнал. Будет. О,
пеньке. Ну, это небольшой, но все равно приятно. Ну, приятно. Бац. Пошел. Пошел. В общем, так, парни. Рыбалка прошла грустно. Но, тем не менее, рыбалка была. Отрыбачили, поймал. До хрена, короче, рыбы. Прям, не знаю, как сказать даже. В общем, поймал маленько, честно говоря. Вот, поймал несколько окушков. Там вот, видать, надеюсь. Взвешивал, получилось 1,5 килограмма. Ну, не клевало. А мы сильно не искали. Я же говорю, мы у берега, вот. Вот гора. Комсомолка, вот он там, кошара там. Вот считаем, возле берега стояли, вон машина стоит. Потом мы никуда не ходили, не топтали, километр не мотали, да, Серега? Ну, Серега он нащипал немного. Тоже 1,5 килограмма, наверное. Да. Да, где-то так же. И у меня так же примерно. Плюс-минус. Ну вот. Отдохнули, свежий воздух. Морозит сегодня такой. Сразу 25, надо руки сразу вылить, сразу. Вон, видать, тянутся морщинки. Вот. Сейчас собираемся и поехали домой спокойно. Вот так отдохнули на свежем воздухе. Всем, говорится, не хватает ни чешуи. А, ну, кстати, да, что это. Народ-то вон, смотрите. По машинам. Вот Туран прямо. И вон прям газелька вон стоит, то есть лед, ну, 25, наверное, не больше. Ну, едут все так, прям уверенно, на ширину, вон, едет там аж, далеко машины стоят. Ну, так, для информации, смотрите сами. Всем спасибо за просмотр, всем, как говорится, не хватает ни чешуи. Увидимся на рыбалке. Ставьте лайки, комментируйте, пишите. Всем пока.